Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной информационный выпуск новости Кашхабльского района. В студии работает Навсет Бричева. Очередная рабочая неделя в администрации района началась с расширенного планерного совещания. В ходе планерки работникам СМИ были вручены почетные грамоты. Более подробно в нашем первом сюжете. Утро понедельника в администрации района началось с вручения наград. В начале планерного совещания глава района Заур Хамирзов наградил почетными грамотами за многолетний труд и в связи с празднованием Дня печати сотрудников Единого информационного центра Кашхабльского района. Хотелось бы поздравить работников Единого информационного центра муниципального образования Кашхабльский район. Выполняете очень специфичную, очень нелегкую работу, которую могут делать не все. Здесь нужен определенный склад ума, определенный склад мышления и, естественно, талант. Из этого, я думаю, журналистике делать нечего. Поэтому я хотел бы вас всех поздравить, творческих успехов, потому что журналистика – это все-таки прежде всего, это, я считаю, это творчество. После награждения участники совещания перешли к рассмотрению текущих вопросов. В первую очередь глава района заслушал доклад о проводимой работе по оказанию помощи нуждающимся семьям мобилизованных добровольцев и служащих по контракту в зоне специальной военной операции. Подробную информацию представил заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов. Было отмечено, что по мере возможности решаются все бытовые проблемы семей и что работа в данном направлении впредь будет продолжена. Особое внимание Заур Хамирзов уделил вопросу готовности объектов, построенных в районе в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Он подчеркнул, что внедрение данной программы дает большие возможности для развития населенных пунктов, их инвестиционной привлекательности и социального благополучия граждан. В завершении совещания руководитель администрации поручил ответственным лицам активизировать работу по решению озвученных на сходах граждан в вопросах. В межмуниципальном отделе МВД России Кашихабльский состоялось оперативное совещание по подведению итогов служебной деятельности всех подразделений отдела за 2022 год. 16 января в межмуниципальном отделе МВД России Кашхабльский состоялось совещание по подведению итогов оперативной служебной деятельности всех подразделений отдела за 2022 год. В его работе в режиме видеоконференц-связи участвовал заместитель министра внутренних дел республики по работе с личным составом Виталий Лебеков. Присутствовали руководители подразделений межмуниципального отдела. По традиции, совещание началось с приятного момента. Заместитель начальника полиции Александр Муратов объявил приказы о присвоении ряду сотрудникам специальных званий. Работники отдела, добившиеся наилучших показателей в служебной деятельности, были награждены благодарственными письмами. Значит, в наш адрес поступило благодарственное письмо от имени министра внутренних дел по Республике Адыгея. От имени руководства Министерства внутренних дел по Республике Адыгея выражаю большую признательность и искреннюю благодарность за активное участие в конкурсе детского рисунка. Мои родители работают в полиции. Рисунок занял призовое место. От всей души мы поздравляем. Улыбок, тепла и добра, исполнение самых заветных желаний. Алим, пожалуйста, подойдите к нам от имени министра. И вот этот подарочек. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации присвоить первое специальное звание младший лейтенант полиции Хаткову Амиру Мухарбиевичу, оперуполномоченную группу уголовного розыска. Товарищ полковник сержант Хатков прибыл для получения очередного звания. Поздравляю. Служу России. Приказом министра внутренних дел по Республике Адыгея присвоить очередное специальное звание капитан полиции, старшему лейтенанту полиции Меритукову Рустему Муратовичу, старшему дознавателю отдела дознания межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. Поздравляю.
Этим же приказом присвоено очередное специальное звание старший лейтенант полиции, лейтенанту полиции Кушкову Арсену Беслановичу, дознавателю отдела дознания межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский. Для получения специального учетного звания. Поздравляю. Служу России. Также приказом начальника межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский номер 12 ЛС награждается майор полиции Афашагов Адам Заурбиевич за образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнуты высокие показатели служебной деятельности по итогам 12 месяцев. Поздравляю. Этим же приказом награждается лейтенант полиции Анзароков Амир Зулимович за образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые высокие показатели оперативно-служебной деятельности по итогам 12 месяцев 2022 года. Товарищ полковник Александр Зоков, Леонид Владимирович. Служу России. Этим же приказом награждается старший лейтенант полиции Хамирзов Хазрет Адемирканович за образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые высокие показатели оперативно-служебной деятельности. Полный старший Хамирзов для награждения Дебора. Этим же приказом награждается младший лейтенант полиции Цеев Шумав Бесланович за образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые положительные результаты оперативно-служебной деятельности. Товарищ полковник, марш лейтенант полиции, прибыл на награждение. Хорошо. Поздравляю. И этим же приказом награждается сержант полиции Ибрагимов Джамал Аскерович за образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые положительные результаты в оперативно-служебной деятельности. Товарищ полковник, сержант полиции, прибыл на награждение, прибыл. Служу России. Далее с докладом по итогам работы отдела за 2022 год выступил начальник межмуниципального отдела Михаил Тарановский. Было отмечено, что в отчетном периоде оперативная обстановка на обслуживаемой территории оставалась стабильной и контролируемой. Анализ криминогенной обстановки, сложившейся на территории Кашихабльского и Шавьиновского районов, Адыгеи показал, что усилия, прилагаемые правоохранителями, имеют правильное направление. Общественная безопасность, защита прав и свобод граждан находятся в центре внимания руководства районов, законодательных и исполнительных органов власти и бесспорно вносит существенный вклад в реальное оздоровление оперативной обстановки. За отчетный период в отделе Кашихабльский поступило 2898 сообщений, на 0,4% ниже, чем в 2021 году. Из указанного числа зарегистрированных сообщений 234 по фактам совершения преступлений, что ниже уровня преступности 2021 года. На 7,5%. Нераскрытыми остается 40 преступлений против 44 в 2021 году. Показатели раскрываемости преступлений улучшились и составили 83,3%. Позапрошлом году было 83,2%. Структуры преступности, количество зарегистрированных краж имущества выросло с 63 до 73 на плюс 15%. Количество нераскрытых краж при этом снизилось и составило 19 на 5 меньше или на 20%. Раскрываемость данных преступлений составила 75,6%, на 13,7% больше, чем в 2021 году. При этом на территории обслуживания совершено 3 кражи скота, 2 из которых остаются нераскрытыми, что соответствует показателям 2021 года. Тем не менее, с учетом значимости для сельской местности, следует сконцентрировать усилия личного состава отдела на раскрытии преступлений данного вида, а также усилить профилактическую работу среди населения, направленную на предупреждение и пресечение краж скота. Снизилось количество неразысканных и неустановленных лиц с 16 в 2021 году до 14 в 2022. Прилагаются усилия по искоренению наркопреступности. На территории районов по итогам 2022 года по линии незаконного оборота наркотика выявлено 12 преступлений. Снижение составило 2 преступления. Как положительный результат можно отразить, что из указанного количества 5 преступлений из категории тяжких или особо тяжких, 3 из которых связаны со сбытом наркотических средств. Таким образом видно, что упразднение специализированного подразделения по линии НОН не повлияло отрицательно на данное направление деятельности.
течение 22 года руководством отдела неоднократно указывалось на недостаточную организацию работы по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота оружия. За 22 год таких выявлено на 28% меньше, чем в 21 году. 7 против 5. Однако, следует отметить, что из указанных преступлений в 22 году в суд направлено 3 уголовных дела и зарегистрировано 2 учетных отказных. А в 21 году, несмотря на то, что этих преступлений было 7, только по одному преступлению дело направлено в суд и было зарегистрировано 6 учетных отказных. Продолжая тему пресечения незаконного оборота оружия, отмечу, что в текущем году необходимо разработать и реализовать механизм по проверке на причастность данного вида преступления лиц, пребывающих на территории обслуживания из зоны проведения СВО. Следует отметить, совершение территории обслуживания 43 тяжких и особо тяжких преступлений, на 2 больше, чем в 2021 году. При этом, как негатив, нераскрытыми осталось 5 преступлений, хотя против 6. Раскрываемость составила 88,9%, плюс 3,9% к 2021 году. За отчетный период на территории обслуживания убийств не зарегистрировано. Однако следует обратить внимание на совершение ряда преступлений против жизни и здоровья граждан и продолжить профилактическую работу в данном направлении. Так зарегистрировано 1 покушение на убийство. Выявление преступлений двойной превенции, как один из методов профилактики более тяжких преступлений, находится на контроле руководства отдела. Между тем, в истекшем году выявлено меньше преступлений двойной превенции, чем в АППГ, с 70 до 50, минус 20%. Но можно сказать, что снижение произошло в связи со снижением выявленных преступлений по статье 264 прим. 1 УК РФ. Значительно, на 55% меньше данного вида преступлений выявлено. Оценивая результаты, проведенных в 2022 году профилактической работы, следует отметить, что наблюдается снижение на 6,5% в количестве зарегистрированных преступлений, лица по которым уже совершали преступления, со 123 до 115. Состояние алкогольного опьянения на 15%, с 66 до 56. Также в отчетном периоде наблюдается снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 40%, с 5 до 3. Считаю необходимым отдельно отметить произошедший рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 3-4%, плюс 9 преступлений, с 26 до 35. Но наибольшую озабоченность вызывает рост количества преступлений, совершенных против половой неприкосновенности несовершеннолетних, с 5 до 14. Рост составил 64%. Учитывая, что данные преступления подрывают нормальное развитие детей, а также вызывают широкий общественный резонанс, и принимая во внимание складывающиеся тенденции, нам необходимо пересмотреть механизм профилактики данного вида преступлений. Продолжает сохранять актуальность преступления, связанные с мошенничествами. На территории обслуживания по итогам 2022 года зарегистрировано 25 таких преступлений, из которых 14 остались нераскрытыми. При этом следует отметить, что все нераскрытые преступления данного вида совершены в сфере IT-технологий. Всего с применением IT-технологий в 2022 году совершено 26 преступлений, что на 3 больше по сравнению с 2021 годом. Учитывая, что раскрытие преступления данного вида вызывает объективные трудности, считаю необходимым сконцентрировать усилия личного состава отдела на их профилактике. Среди лиц, совершивших преступления в отчетном периоде, произошел рост числа ранее судимых на 14,9%. Зафиксирован рост преступлений, совершенных в общественных местах, на 6,7%. А также в составе группы на 116%, с 6 до 13%. Еще одним злободневным вопросом является незаконный оборот спиртосодержащей продукции, к решению которой необходимо активно привлекать общественность. В 2022 году задокументировано 10 фактов совершения административных правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства, что соответствует прошлому году. При этом изъято 94 литра алкогольной продукции против 13 в 2021 году. Проблемы обеспечения жизни и здоровья участников дорожного движения, сокращение негативных последствий автомобилизации входит в число приоритетных проблем социально-экономического развития наших районов. За 12 месяцев 2022 года на территории Кашхабльского и Шавленского района зарегистрировано 30 ДТП, на одно меньше, чем в 2021 году, при которых 8 человек погибло против 13. 38 граждан получили телесные повреждения. Из всех совершенных ДТП 8 возбуждены уголовные дела, из них по 4 со смертельным исходом. Сотрудниками отдела ГИБДД по работе по линии в 2022 году выявлено 326 административных правонарушений. В истекшем году к уголовной ответственности по статье 204 прим. 1 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения, лишенного права управления» привлечено 20 лиц, тоже как в 2021 было 31 лицо, снижение составило 55%.
Имеется ряд направлений, на которые в 2023 году необходимо обратить более пристальное внимание. Это профилактика тяжких, соботяжких преступлений, в том числе против личности и имущественного характера, профилактика правонарушений, совершенных в общественных местах, борьба с наркопреступностью, незаконным оборотом оружия, предупреждение пресечения преступлений с использованием ИТТ, превентивных составов и в сфере экономики. Товарищ заместитель министра, со своей стороны могу заверить, что руководящий личный состав отдела является грамотными и ответственными сотрудниками, которые готовы к решению всех поставленных перед нами задач по оздоровлению криминогенной обстановки и защите населения Кашихабльского и Шавгиновского района от преступных посягательств. Благодарю за внимание. В завершение были намечены управленческие решения для улучшения показателей и результативности подразделений межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский и определены приоритетные направления в оперативно-служебной деятельности на предстоящий период 2023 года. В минувший четверг в районе прошли массовые мероприятия по наведению чистоты в населенных пунктах. Фронт работ определяли администрации сельских поселений. Массовые мероприятия по наведению чистоты в населенных пунктах развернулись в эти дни во всех сельских поселениях района. Отложив на время привычные обязанности, работники бюджетной сферы, учреждений, сферы образования, культуры и здравоохранения, неравнодушные жители поселений вышли на традиционный так называемый «чистый четверг». Фронт работы определяли администрации сельских поселений. Особое внимание в ходе мероприятия было уделено приведению в порядок парков, территорий, прилегающих к административным зданиям, а также объектам, построенным по программе КРСТ. Участники мероприятия славно поработали, собрано было достаточно много мусора. Администрация Кашихабльского района выражает огромную благодарность всем участникам мероприятия, внесшим свой ощутимый вклад в благоустройство района. 19 января православные отметили один из главных церковных праздников – Крещение. По традиции в этот день в храмах района прошли торжественные службы. Подробнее в следующем сюжете. Крещение – это один из великих православных праздников. Этот праздник установлен в памяти о том дне, когда Иисус Христос принял крещение в реке Иордан. С тех пор раз в году вся вода в мире становится священной и чудотворной, так гласит предание. В храмах ежегодно проходят традиционно службы и освящение воды. Крещенскую воду пьют для укрепления сил и здоровья, ею окропляют дома. Освящают воду также в реках, озерах и других водоемах. Великое освящение воды прошло и в храме Натырбовского сельского поселения. Благословляй, благословящий тебя Господь, священно тебя уповающий, спаси люди твоя, и благослови достояние твое, исполни церкви твоей, сохрани, освяти любящие благолепие дому твоего, ты этих воспославай божественной твоей силы, и не оставь нас уповающих на тебя. Мир, мир, этому дару церковь, священникам Божьим, со всем людям твоим, яко всякое дение благо, и всегда совершенство шесть. Ходяйте со свету, эти славы и благодарение и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Далее состоялся основной ритуал праздника – освящение воды. Праздником! Преблагословенную, славную Владычу нашу Богородицу и пресную Деву Марию со всеми святым помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение со безначальным твоим Отцем, Пресвятым и Благотворящим твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Велиси, Господи, чудно дела Твои, не едино слово, да больно, да будет пению чудес Твоих. И ныне, Владыка, освяти воду сию, Духом Твоим святым. Спаси, Господи, помилуй великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всей Руси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Тихона, Архиепископа Майкопского и Адыгейского, и сохрани их под кромкою Твою мире, покори им вся враги и супостаты, даруй им вся. Я же кого спасение, прощение и жизнь вечную. Дай стихии человека, и ангелы, видимое и невидимое, славят Твое Пресвятое имя с Отцем и Святым Духом. И крещающийся Тебе, Господи! Крещающийся Тебе, Господи!
Помолившись о Тебе, Господи, и в заключение отец Андрей поздравил всех православных верующих с праздником. Всех вас, дорогие жители, поздравляю с праздником, с крещением Господним, всех наших односельчан, жителей Кашхабльского района и всех гостей, которые приезжающие, поздравляем с великим праздником, с крещением Господним. Сегодня мы с вами освятили воду, которую мы так долго ждем, которую мы освящаем только раз в год. И сегодня мы с вами набираем ее благовейно, с молитвой, для того, чтобы у каждого у нас была дома великая святыня, чтобы мы при болезнях и при всяких напастях нас могли окропить свое жилище, осветить этой водой. Также натощак могли тоже принимать ее. И всех вас поздравляю с этим праздником, желаю долгоденствия, мира, жития и спасения, чтобы Господь всех хранил и укреплял на многое благое лето. Это была последняя информация на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.